Ты доблестный воин. Убийство – это доблесть. Если сражаешься за других, вот такую жизнь стоит прожить. Французский принц теперь владеет английской короной. Это решение нелегко им удалось. Тебе твое тоже. Ты больше не член ордена, Томас. Ты заслуживаешь свободу, как любой другой человек. Ваша милость. Мы выстояли. Не прошло и года, как мятеж завершился победой, а король Иоанн во время своих скитаний умер от дизентерии. Остатки его сокровищ так и не были найдены. Со временем замок в Рочестере был отстроен заново. Он стоит и по сей день. И стала основой основ благородная мечта – великая хартия вольностей.